Короче, привет. Сегодня 15 октября, и мы с Димоном едем на мотобобро-пикник под Солигорск. Нас туда пригласили местное мотосообщество, Мотолайф Солигорск. Я как бы поехал на машине, ну, потому что были определенные обстоятельства, там, груз подвезти один, там, в выходные заехать, маму забрать, попросила. А Димон поехал на голде. На улице, ну, по крайней мере, температурный датчик показывает плюс 4. Я не знаю, это плюс 4 как бы хорошо, но сколько реально на улице, когда ты едешь на мотоцикле, ну, вы можете себе представить. А Димон едет впереди, потому что ему удобнее из-за того, что я рассекаю поток спереди, ему некомфортно ехать за мной. Сейчас попробую поймать его на камеру. Дал ему свои перчатки запасные, ну, наверх надеюсь, потому что реально холодно. А вот и Димон. Холод, наверное, собачий. На самом деле, реально холодно, ребят. Но Димон молодец. Хуярит на голде. Продолжаем разговор. Чтобы вы понимали, насколько Диме сейчас интересно и весело ехать, посмотрите, пожалуйста, на спидометр. То есть это по GPS, это по спидометру. По спидометру 110, по GPS 105. Я надеюсь, что он не замерзнет там. Мне, кстати, дошла интересная информация. То, что в Солигорске на этом пикнике нас, ну, в принципе, всех людей ожидает интересный сюрприз. Это, если я не ошибаюсь, бутля в 20 литров, по-моему, бутля приготовленной водки. Я, конечно, человек не пьющий, но исходя из того количества людей, которое там будет, наверное, будет весело. Потому что бутля водки — это как бы круто. Посмотрим. Мы сегодня, наверное, даже снимем обзор мотопикника, я думаю. Будет очень интересно. Раз попался. Thank you.
Да, ну он же котик. Да не растерся уже, да иди. Сфотографируйте нас, я вас прошу. А ты что, лучше, что ты себя в зеркало видел с утра? Мне бы уже давно сказали. Иван. Скажите мяу. Привет. Закончился мотобобру пикник. Едем мы сегодня. Так, сегодня у нас воскресенье, едем мы домой. Что я вам скажу, ребята? Мне офигенно понравилось. И в следующем году я постараюсь еще раз сюда приехать. Просто потому, что здесь немного народу. Дружеская такая обстановка. Концерт. То есть, ну, как бы тут все. Концерт, уха, шашлык. И что очень-очень порадовало, это баня. Офигенная баня была. Меня так попарили, что просто, ну, я не знаю, никогда такого не было. Сегодня было, ну, точнее, вчера ночью, или сегодня ночью. Было просто замечательно. Реально отлично попарились в бане. Фестиваль, ну, как фестиваль, это не фестиваль, это пикничок. Я считаю, удался. Было все. Было все и даже больше. Все было классно. Были танцы, концерт, даже драка была. В общем, было замечательно. А еще прокатились на трехколесном самодельном вездеходе на базе мотоцикла «Урал». На больших шинах низкого давления, там такие камеры тракторные. Они специально там стяжки такой, обвязки. Просто шикарно. Он ездит везде. Даже еще говорят, что он плавает, но сегодня не рискнули плавать. Точнее, вчера не рисковали плавать. Вот. Но ездит он замечательно. Там отдельный видос я выложу. Сейчас кусочек надо просто покажу, как мы катнулись. А цельный видос просто выложу не монтированный, как он есть. Потому что было чертовски страшно. Едет он, конечно, надо отдать должное, замечательно. Для него не существует таких понятий, как плохая дорога, отсутствие дороги, там какие-то камни, бревна, ему все равно, он просто едет. А так вообще, спасибо Мотолайф Солигорск, замечательные ребята, отличные. Спасибо, что пригласили, ну и спасибо за то, что был такой чудесный вечер, были домики, камин. Все было отлично. Единственное, чтобы поспать не получилось хорошо, потому что копилка жутко храпел. Ну а так как было нормально, тепло, в принципе. Спальничек завернулся, отопили, и все было хорошо. Все, всем спасибо, пока.